У нас много сторонников, в нашей стране много тех, кто устал от этой власти, устал от действующего режима. Они проводят большую агитационную работу, чтобы наша страна в конце концов проснулась. Проснулась не просто в крупных городах, проснулась от того состояния рабства, в котором находится наша страна 30 лет. Я пользуюсь случаем, обращаясь к тем, кто занимается частным извозом, таксистом. Я знаю, что вы слушаете наши выступления в чате «Активист ДВК». Вы прекрасно осведомлены о программах демократического выбора Казахстана. Многие из вас просто вынуждены заниматься частным извозом. На самом деле во всем мире таксисты, люди, которые занимаются извозом, достаточно обеспеченные люди. Их уровень доходов в месяц начинается от 3000 долларов, 5-10 тысяч долларов в месяц. Люди получают, работающие именно частным извозом, работающие таксистами. Наши же таксисты, общеизвестно, живут сложной, трудной жизнью, фактически бедствуют. И многие из вас вчера были учителями, врачами, научными работниками, предпринимателями, имели разные профессии, и вы сейчас лишены возможности реализовать свою профессиональную деятельность и вынуждены заниматься частным извозом. Мына ескі мәшинемен жүрді. Күніге 2 мың ақша табады. Он баласына апарама, 5 баласына, я үкіметке салық төлеймін. При этом эта работа вам не приносит серьезных доходов, фактически вы еле выживаете. Но вы прекрасно знаете наши программы, вы недовольны действующим режимом. Я хотел бы поблагодарить вас, уважаемые таксисты, люди, которые занимаются частным извозом, за то, что вы проводите огромную работу, убеждая ваших пассажиров присоединиться к нам, присоединиться к тем, кто хочет добиться перемен. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.